открытие этого сезона в составе команды Винсана Компани. Также матч пропонирован, и почти Джек Корк не играет. В составе Ливерпуля матч пропусков способный на очень много. Хвалит. Ну, есть за что. Вернулся он еще в матче с Фулхэмом. Действует на правом фланге. Инвертированный. Ну, буквально привозят они опасный момент. Не видим. Пока Траффорд, несмотря на свой юный возраст, Джо Гомес, и Джо Гомес подключился. Наверное, раз во второй, в третий. Ошибка арбитра. Ватару Эндо. Ну а как еще по-другому, если ты опорный полузащитник в английском? Зот и отменил забитый гол. Давида Раю пробил. Дэ, который подменяет на этой позиции Цимикас, которая увенчалась. Особо-то в центр не сместится. Особо-то там Гомес неплохо сыграл против Арсенала. Даже Ватару Эндо можно ходить пространство. Вот. Эндо с левой ноги. Пас от Фостера очень плохой. Да, не очень удачный матч. Проводит, вкладываться не пришлось. Пуль ведет, но ведет пока в один гол. Это был его дебютный поединок. Можно вступать, Трезо. Вот вроде бы обещал я это сделать. Брун Ларсен, Гудмансон. Так, в Норвиче. В центре расположился, хороший передач на Ватару Эндо. Эндо в него Кванса. Через Вёрджила действует Ватару Эндо. Еще один удар за прошедший. Вот попал под давление. Здорово, Кванса из-под него вышел. Ватару Эндо. Нет. Решили, что он нелегитимен. Одобер мне очень нравится в последние минут 25. Одобер полез качать, Собослай опустился и Флор классно вывалил. Опция хорошая. Трент Александр-Арнольда. Все это произошло за пас. 5 минут компенсированных. Оши получил желтую карточку. Вне игры. Одна всего минута. Кажется, шансов у Бёрнли нас спасти.